Приветствую вас на канале Asmod Replay. Мы играем Лара Крофт Легенда. Итак, давайте. Ну, костюм можно выбрать, конечно. Выбранный костюм. Без разницы. Англия. Давайте теперь в Англии. Ну, в таком костюме-то можно походить. Если вы еще не подписались на мой канал, подписывайтесь. Похоже, совпадение и иронию разделяет очень тонкая грань. Артур. Конечно, ты Артур. Ты уверен насчет той карты? К несчастью, да. Несколько лет назад ходили нелепые слухи об обнаружении подлинной могилы короля Артура в этих краях. Но их опровергли. Всего лишь очередной аттракцион у дороги. Ну что ж, поинтересуемся, что тут показывают. Во всяком случае, это должно быть познавательно. Ну вот, сейчас будем смотреть тогда опять. Почему через дверь-то не могла зайти? Ну. Опа, опа. Крыши нет, тем более. Или уборщицу уволили, или здесь давно уже никто не был. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а куда мне ее тащить? Знакомые вещи. Никаких шуток про короля Англии, Алистер. Вероятно, нужно просто включить питание. А питание у нас где? Так, тут у нас... Ага. На. Все понятно. Опаньки. Опаньки. Ну. Ну залазь. Как тебе тут? Это место видело и лучше. Здание Кресты. Было запечатано после смерти владельца, профессора Форта. Я содрогаюсь при мысли, что у него когда-то были ученики. Так, что у нас здесь? Ага. Понятно. Мы на заднем дворе. Надо всего лишь включить питание. Двери автоматические. Нужно включить питание. На первом этаже все заперто. Вероятно, нужно попробовать повыше. Повыше. Давай повыше. Нет, 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 ты ползи давай. Опа. И вниз. А зачем нам вниз? А, вот. Вот зачем нам вниз. Да будет свет. Эй, теперь, когда есть электричество, может, ты вернешься и вытащишь Эскалибур? Это не Эскалибур. Меч в камне и Эскалибур. Два разных меча. Черт бы их побрал. Ну, а кто знал об этом? Артур получил Эскалибур после того, как меч в камне сломался во время битвы с Пеленором. О, господи, никто не понимает это так, как нужно. Потому что это никому не нужно. Давай. Прости. Ой-ой-ой. Даже не знаю, куда прыгать-то. Так. Ну, сюда прыгнул. А, подожди, во. Я ж теперь возьмите могу. Свободно. А тут никого нету? Идите и услышьте легенду о короле Артуре. О том, что его вырастил сэр Эктор. Но рожден он был от семени. Войди, король настоящего. Вытащил. И грядущего. Мерлин счел тебя достойным. Настоящий Мерлин валялся бы в грязи и лаял на тебе. И я назвал это грязью. И тогда король Артур созвал к себе самых лучших рыцарей королевства, чтобы они явили собой образец благородства и добродетели. Сразу...
радостью они приехали. Подождите. Чтобы не допустить раздоров между рыцарями, Мерлин передал Артуру стол, который был не квадратным или прямоугольным, но круглой формы. Это был символ единства. А здесь что? Ищите святой Грааль. Рыцари Артура получили свое ничего, да? Рыцари круглого стола. Блин, упал вниз. А падать не надо. Теперь понятно, что это такое. Удалось узреть Грааль, и сердце его наполнилось радостью. Хоп. Сочетание очарования и наивности тебе ничего не говорит? На, хрен остал. Блин. Теперь понятно, что надо там быстрее просто шевелиться. Вот так вот. Век живи, век учись. На. Ну нормально же все было, что ты? В структурах зависло, блин. Не кисни, в структурах зависни. Еще разок. Настоящий Мерлин валялся бы в грязи и лаял на тебе. Да. И я назвал это грязью исключительно из вежливости. Сочетание очарования и наивности тебе ничего не говорит? Хоп. И оп. Да. Раз. Раз. Раз, два, три. Опаньки. Блин, это обязательно было падать. Ну давай. Я как понимаю, надо быстрее бежать. Узрите святой Грааль. Такой предстала. Что-то не совсем понимаю. Подождите. Что надо тут сделать, чтобы она не успела закрыться? Их было четверо. На. Ланселот, Галахад, Персиваль и Бор. Долго они странствовали по свету. И раз, два, три. Удалось узреть Грааль. Сердце его наполнилось. Ну, блин. Ну, мое предположение может быть и верным. Что оттуда сразу. А, хрен там. Сразу. Ага. Ну-ну-ну. Раз. Блин. Как тогда мне быть? Да подождите. Залезь. Прыжок. Обратно я не смогу спрыгнуть. Понятно. Настоящий Мерлин валялся бы в грязи и лаял на тебе. И я назвал это грязью исключительно из вежливости. Узрите святой Грааль. Такой предстала святая чаша перед Артуром и его рыцарями в видении. И несколько рыцарей отправились на ее поиск. Блин. Их было четверо. Ланселот, Галахад, Персиваль и Борс. Они странствовали по свету. И ни один не вернулся. Блин. Но Галахаду удалось узреть Грааль. Кто так придумал-то? Блин. Надо пойти обратно вот сюда запрыгать. Сочетание наивности тебе ничего не говорит? Ну-ка. Давай. Вот так. О, сделал. Так, а куда далее? Куда? Вот так. И прыжок. Куда? Что тут есть?
Блин, мог бы по щелям полазить. Смотри. Несколько часов. Фигурки Артур двигаются. Во. Вот сюда мне. Артур попросил сэра Бедивара вернуть Эскалибур фея в озеро. И затем тело Артура причинило Мордреду смертельный удар копьем сэра Бедивара. Разбилось. Развалилось. Однажды начнется Адасла, чтобы снова взойти на троп. Так, это не здесь. Померкли. Это. Этому есть логическое объяснение. Это называется вечер. Ты такой сухарь, Алистер. А ведь археология полна метафор. Это. А мне куда? Обратно туда? Так, подождите, где-то что-то. А! Хопаньки. Да подожди. Блин. Мне что, нет, мне не на веревку куда-то, мне надо в другое место. Во! Блин, рядышком же совсем было. Подожди, это точно мне сюда? Да с чего бы это? Нет, мне не сюда, мне куда-то. Ну, вон веревка торчит же. Зачем-то. Хотя, подождите, вот-вот-вот, что-то открылось. Давай. Ну, опа. Хорошо, если он на Авалоне, тогда кто похоронен здесь? Может, саксонец или римский фашист, который, как считает Алистер, и был главным героем легенды? Это что у нас? Здесь мы могли бы найти ответы на свои вопросы, но это место превратили в склад. И по делам. Во всех остальных местах правда не нашлось, зачем начинать тут? Фактографическая основа легенды о короле Артуре исчезла за столетия так, до того, как куда было построено это здание. Отдадим профессору должное. По крайней мере, он закрыл на реконструкцию самую скучную экспозицию. Так, мне... Что сделать-то надо? Так, наверное, сделать надо было. Ну, я не знаю, что... На! Вот это я знаю, что здесь вот может что-то спрятано быть. А эти ящики уже не сломать. Может, они тут для чего-то другого стоят? А! Вон оно что. Так, ну-ка. Давай, какая тут? Ой. Надо еще, да, ящичек? Давай. Еще один. Давай. Поехали. Что, не поднял? Да идите вы нахрен. Я поехал. Это определенно не могила Артура. Это мы и так знали. Что здесь не так? Я видела много захоронений, и мне совершенно ясно, что это кенотаф. Чего? Кто? Отвлекающий маневр. Но все равно это место что-то скрывает. Дело? Нет, в этом и проблема. Так, а что она может скрывать? Я уверен, что вот... Вот эти вот могут подсказать. Так.
Да нет. Отпусти это дело. Вон показано даже, что кирпичи должны выломаны быть. Так что я правильно все делаю. Только, блин, работать здесь. На. Еще немножко. Бум. Классно. Вот так-то лучше. Мило. Че, поехали аккуратно. Дальше? Не поломай что-нибудь важное. Подожди. Для начала я сохраню. Да. Ладно, Алистер, я очень осторожна. Но я рада, что теперь тебе тоже кажется, что здесь есть что-то важное. Подождите, я вот не хочу с грузом идти. Я думаю, это по идее не надо. Должен же быть способ поднять эту дверь. Конечно. Ого, так у меня тут все на погрузчике. Это прикольно. Бум. Успел. Ты в порядке? Я решила спуститься вниз помедленнее. Надо было это сказать грузоподъемнику. Да подожди. Так. Хопа. Осторожно, Лара. Пожалуйста, Алистер. Мне нужно сосредоточиться. Блин. Да, не мешай, Алистер. Или я никогда не разрешу тебе сидеть рядом. Это что за оно? Ну, ни хрена себе. А как надо было тогда? Подождите-ка минутку. А я вообще отсюда допрыгну? Ага. Точно не допрыгну, это я точно могу знать. Хрен оставного, так прыгать умеет. Осторожно, Лара! Пожалуйста, Алистер, мне нужно сосредоточиться. Да, не мешай, Алистер, или я никогда не разрешу тебе сидеть рядом. Подожди, а как? Ладно. Ну, принцип понятен. Хоп. Да, блин, вот почему ты здесь всегда так падаешь? На. Осторожно, Лара! Пожалуйста, Алистер. Мне нужно сосредоточиться. Да, не мешай, Алистер. Или я никогда не разрешу тебе сидеть рядом. Давай. Ой. Прыжок. Блин, а как ее взять оттуда? Ну, даже не представляю. Ну да и ладно, бог с ним. Понятно. Надо было просто шевелиться. Бум. А как? Не туда прыгнул. Только не с самого начала. Нет, 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 нет. Ну так. Так. Блин, ну ты как так-то? О, хотя...
И... Хоп. Блин. Меня аж отнесло этими глюками. Всё. Рад, что с тобой все в порядке. Я тоже. Это не значит, что теперь можно шуметь. Пойдем. Вода. Огонь. Кажется, где-то здесь утечка нефти. Кто знает, с каких пор она тут горит. Интересно, не было ли это особым замыслом архитектора? Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой. Походу так не схватиться, да? Так, ладно. Ответ на твой вопрос, Алистер. Ого! Так ты испортишь свои ботинки. Не там, где я собираюсь пройти. А куда мне тут? Нет, нет, нет. Так, так, так. Блин. Прыгать, что ли? Ага, хрен там. Ну, может и прыгать надо, потому что я больше не вижу. Будем прыгать с места, будем тогда. Кажется, где-то здесь утечка. Смотреть. Кто знает, с каких пор. Как-то не продумали вот эту систему. Не было ли это особым замыслом архитектора? Ответ на твой вопрос, Алистер. Ого! Так ты испортишь свои ботинки. Не там, где раз, я два, три. Ой-ой-ой-ой-ой. Нахрен с ними, вторую давай, тоже съедай. Иди сюда. Сюда, сюда. Сюда. Давай, толкай. Раз, два, три. Вот так. Может быть, здесь есть путь наверх? Давайте клетку еще раз пододвинем. А, кстати, она нам и нужна, но с этой клетки-то. Вот так. Да. О, блин, кое-как. Это похоже на мясорубку. С пердячим паром. Я надеюсь, ты не будешь прыгать туда, Лара. Должен быть способ их остановить. И я надеюсь на это. Подожди. Блин. Вот так. Давай, 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 давай. Ну, почти угадали. Да хрен там. Пойдем. Отпусти. Подожди, вот так сюда пройди. Вытягивай. Так. Вот сюда теперь можно сходить. А, так у меня две клетки-то. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Крест. Что и ожидалось. Сейчас сюда. Зачем нам столько клеток, блин? Давай, давай, давай.
Подожди, подожди. Тяни. Тяни, тяни. Так, первую вытяну. Вторую вытяну. Так. Ну, сохраним на всякий случай. Так, можно наверх туда, да? Можно или нельзя? Давайте посмотрим. Опа. Что у нас тут? А, можно было вот так пройти, да? Какая-то цифра 2. Ага. Смотрите, какие секретки тут есть. И что она нам дает? Подождите. А что ты дало? Толкай. Что где дало? Блин, я не знаю. Ну-ка. Надо будет потом, может, где-то на форуме посмотреть, что это такое. Если я сейчас не разгадаю, что это. Может. Ну да и ладно. Блин, туда клетку-то не затащит. Затащишь клетку вот так, если наверх? Ну-ка давай. Не. Так, ладно. Подожди. Вот так. Толкай. Отпускай. Давай, 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 давай. Тебе это не перепрыгнуть. Да уж, нужно проложить дорогу. Но попытаться тоже стоит, чтобы послушать, как вы покричите. Давай. Дорогу. Дорогу я знаю, что надо будет прокладывать. Ой-ой-ой-ой-ой. Да подожди ты. Там я такое надавил, не знаю. Иди сюда. И ты тоже сюда иди. Вперед. И ты сюда. Блин, один толкаю, второй тащу. Так, залазим. Что мы видим? Непонятно. Так. Блин, я не взял с собой куб. А он мне нужен здесь? Неизвестно. Эй, Алистер, а
почему бы тебе не спуститься и не встать для Лары на эту платформу? Может быть, ты спустишься и не подержишь ту дверь? Вы взял помощники, это блин. Да. Все самому. Ну что, поехали по путешествию тогда. Вниз не надо мне. Ага. Тут если вода уйдет. Там кнопка какая-то там есть. Или это не кнопка? Так, ладно, давайте осмотримся. Скорее всего, тебе по силам их сдвинуть. Так. Разрушаемые. Ага, вот так тогда. Собрал. Видишь тот ящик на полке? Попробуй поставить его на ту плиту. Это не ящик, это гроб. Там покоится чей-то почтенный предок. Так. Неплохо. И как нам плыть на нем? Подожди. Как? Ты оттуда дотянешься вообще? Своим шнурком. Так, ладно. Давай. Все, понял как. Блин, ползи быстрее. Сейчас у нас будет увлекательное путешествие. Давай. На почтительном предке. Вперед. Давай, давай. Поехали, поехали. Давай, давай. Блин. Давай. Давай, давай, давай. Выплывай. Да блин. Вонючий гроб. Я думал, это будет увлекательно. Давай. На. Да как? Бля. Давай. Чё? Чё ты трясёшься-то весь? О! Давай! 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 Ты теоретически должен уже пройти туда. Последнее место вашего упокоения, сэр.
Мы достаточно повеселились. Пора заняться делами. Давай. Ну давай. Не понял. Что-то нифига не получается. А, вот так. Все. Вот так. Блин, блин, блин. Ё-моё. Англия, не что такое, да. Что у нас там внутри? Нырять надо, да? Я пока отлучусь. Мне надо закончить подготовку к путешествию. Это ненадолго. Давай. Не переживай, Лара, я останусь с тобой. Но мы не сможем хорошо слышать друг друга, пока ты будешь под водой. Слава богу. Давай. Хоп. Эй, я все слышал. Давай, плыви. Зачем мне этот гроб нужен, тот только вот. Так, а мне точно сюда? Не знаю. Давайте попробуем. Все-таки. Хоп. Пробуем. Куда нам надо? Здесь что? Опять какая-то рама. Так, а здесь что? Здесь какой-то... А, здесь рычаг. А вон и гроб. Значит, все правильно. Давай. Так, сейчас опять на... Видать, я на гроб залезу опять. Я просто даже не знаю, к чему готовиться здесь надо. Вдруг опять куда-то надо перебираться. Так бы не перебрался бы, как бы я подтягивать опять все это дело. О, течение. Поехали по течению. Ну и хрен на тебя. Так как я понимаю, мне сюда. Ну да. Вот я и выплыл куда-то. Ты прозевал водопад. Механизмы. Так, крокодилов-то здесь нету? Это аллигаторы. Могут водиться? Почему-то не залазь вверху. Хорошо. Такое ускорение прямо таки на два грибка. Вы только посмотрите. О, это великолепно. Да, это интересно. Нет? Понятно. Правильно иду. Ага. Ну давай-ка вот так попробуем. Вроде не знаю, для чего это вообще надо. Подожди. Еще вот так. Нет. И прыжок. И я должен как-то до нее допрыгнуть. Так. Эта штука развернулась. Вот так-то можно залезть.
И потом туда-туда так и уйти. Надо, чтобы вот эта штука опустилась. Я так понимаю. И как это нам сделать? Механизм, который в воде, я как понимаю, должен участвовать в этом деле. Не понимаю, ну отпустилась она и... Что надо-то сделать? Пущу я их, что сделать, а надо как-то заклинить. Так, ладно. Я как вижу, они тут ни на что не влияют. Да и так. Ну-ка, ну-ка. О, кстати. А, кстати, подождите-ка. Ага. Блин, да беги ты. Оп. Еще разок, и еще разок. Ну-ка вот так вот посмотрим. Вроде бы. Хоп. Вот так вот. И хоп. Ой, главное сейчас не сорваться. Давайте. Давай. Ты сможешь, солнышко. И вперед. Да нет, надо еще в бок. Так, по цепи. По золотой цепи. Развернись. Вот так. Все хорошо, контрольная точка. Я наверху. Наверху. О, крестик. Еще. Что тут есть? Какая-то штука построена тут. Тоже, ладно. Вниз. Вниз. Гробы. Сигнал плохой, Лара. На что мы смотрим? Мы смотрим на легенду, но только она реальна. Они все здесь, весь двор Камелота. Ты в этом уверена? Король Артур, наследник Утера Пендрагона? Я не сомневаюсь в подлинности этой гробницы, Алистер. Легендарный Артур действительно жил в 11 веке. Король былого и грядущего был так же реален, как воздух, которым я сейчас дышу. Это невероятно, Лара! Эскальбур. Меч в камне. Все как обычно, да? В каком смысле? Мечи в камне, Алистер. Они часть единого мифа. Был не один Эскальбур и не один Мерлин. Мы видим все новые мечи и каменные постаменты по всему миру. Они были везде. Ты хочешь сказать, что где бы они ни появлялись, они порождали королей, способных изменить судьбу человечества? Конечно. Это вероятно. А что было дальше с ними и их мечами? Возможно, они на Авалоне. Место ничуть не хуже остальных. Но только наш Мерлин был убит, а наш Эскалибур в виде отдельных частей остался в руках местных жителей. А где этот Авалон? Не знаю. По ту сторону зеркала, возможно. Итак... Смотрим, что-то блестит. Тут, как понимаю, был меч. Его вытащили. Ганха. Ну, я не знаю, это имена, да? Мурадин. Мурадин-то точно был такой. Так, и что тут можно сделать?
думаю, тебе по силам их сдвинуть. Так, это что? При желании это можно сдвинуть. Что еще есть? Это что? Ну-ка. Тут есть, нет, какой-нибудь крестик? Ага. Здесь написано, что Бедивер вернул осколок Эскалибура Артуру после того, как рыцари унесли другие части. И куда они пошли? На поиски Авалону, надо думать. Поиски Святого Грааля. Ланселот, Галахад, Персивали, Борс. Их гробницы пусты. Этот осколок был оставлен Артуру, чтобы помочь ему покинуть Мавзолей, когда придет время. Может, вместо этого он поможет мне? Ну-ка, давай-ка. Запрыгнет? Эх, хрен, там она запрыгнет. Осколок мне. Ну-ка, давайте вот это, по-моему, как в мультиках сейчас, если ударим в колокол. Мы будем пробовать тогда вот этот такой палевный запчасть был. Подожди. Ага, мне вон туда надо ее. Давай, ну, ага, не так. А как ты? Да подожди ты. Блин, хрен поймешь. Гробы-то не таскал ни разу такие. Каменные-то. Подожди. Вот так. Так, надо ударить в гонг. Так, подождите. От звука разбилось яйцо. И что там будет? Там же король был. Настоящий, только нет. Ну, какой-то, да, замумифицированный. А вон у него запчасти есть. Артур Пендрагон, король бритов. Я не взяла бы Эскалибур, если бы это не было необходимо. Я надеюсь, ты простишь меня. Лара, здесь наверху что-то творится. Рукоятку сделали. Алистер, ты это видел? Что? А, черт! Убери свои руки! Что там? Алистер! Пусти! Зип, что происходит? Давай. Давайте. Ой, давайте сохранимся. Так. Колокол, кстати, обрушился. Валим отсюда. Подождите. Свали. Вот для чего клетки надо. Сейчас нахрен отойдет, нахреначу. Подожди. На. Давай. Вот. Ни хрена не понимаю, как это делать. Подождите. Понятно. Блин. А он еще и плюется, падла. На. Ни хрена не получилось, да? Как тебя тогда долбить-то? Ну-ка, подождите-ка, давайте-ка вот так вот. Настройки. Видео следующего поколения. Ну да, включим. Так. Может, я так смогу в него попадать. Правда, не видно ни хрена стало. На.
Что это? Хрен так. Это следующее поколение. Вот это. Надо как-то, блин, сначала надо оглушить, я понимаю, музыка. Давайте, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. И вот у меня. Давай, давай, давай. На. На. По голове. Фух. На, по голове. Давайте, давайте, давай, давай, давай. Я смогу. Я справлюсь. Давай. Блин. Это жестко, блин, вот это. То, что там не цепляется, ни хрена. Вот оно жестко. Да хрен нас там. Давай. Все, вроде победил. Четыре ловушки, четыре, потому что патроны на такую не действуют. Ага. Ну вот и забраться можно. Блин. Блин. Это, конечно, забирает все. Так, а что, прям по этой штуке забираться буду? Или как? Блин, вот если бы не эти ловушки, как бы это гасить? И кто-то вообще ловушки устраивал, когда там монстр уже здесь был? Тоже вопрос вопросов. Давай. Двигатель нового поколения. Ну-ка, давайте-ка. Уберем этот. Двигатель нового поколения. Ну так. Идем. Хоп. Хоп. Вперед. Куда мне? Влево, вправо надо. Блин. Да не туда. Я что, тебя не убил еще, тварь, что ли? Ну ладно, так-то можно. И вперед. Здесь-то мы перепрыгнем. Так,
Так, а здесь какая-то игра начинается. Давай. Хоп. Не так. Не так. Значит, вверх, налево, направо. Вот так вот. Нормально. Вверх, налево, направо. Давай, 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 давай. По нему пробегаемся. Давай. Не... Ага, ну она не убит еще так. Ну что ты не убиваешь? Вот милосердие твое. Так. Там этот монстр. Там. Ага, вон оно что. Взяли. Давай, давай, давай. А, нет. Так. Смотрим. Не, не, вот так повернись. Еще, еще. Поворачивайся, поворачивайся. Вот так вот. Чтобы мы на твою попку могли смотреть. Теперь раскачивайся. Вверх. Вниз. Вверх. Али, оп. Открываем. Как здесь люди, которые, как сказать, некоторые не я проходили. Неизвестно, да? Ну ни хрена себе. Нате вам. Выкусите. Пойдем. Так, это где-то. А, здесь я был. Здесь я был. Там он цифры 1, 2. Здесь один, здесь два. Что они делают, я правда не знаю. Вот 2, а там цифра 1. Ну это по-любому там. А что-то они делают? Я не знаю, что они делают. Может мне их сейчас надо нажимать. Куда мне тут надо идти, я тоже не знаю. Контрольная точка. Вау! Подожди. Отвлекайте! Где она?
Сгорел, дебил. Подожди. Вот так оставлю здесь. Так. Нет, лучше давайте я вытащу. И вот сюда поставлю. Так, и что у меня здесь? Тут вот, надо туда залезть как-то. А залезть как-то это опять, чтобы потом туда успеть. Ну блин, ладно, пробуем. Тогда вот так. Двигай. А ты сюда пойдешь. Иди сюда. Стой. Подожди, подожди. Ну не сюда. Блин, почему ты тут разворачиваешься? Вцепись в нее. Толкай. А та задвигалась. Давай, давай, давай. Оп. Толкай. Что получилось-то? Неизвестно. Ладно. Пойдем. Подождите вы. Сюда, сюда. Пролезем, пролезем. Давай, 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 давай. А, я вот эти потушил, да, которые... Ну, наверное, так. Еще, еще, еще. Тяни, тяни, тяни. Вот так. Давайте сохраню. Блин. Англия пройдена на 50%. 50. Я на все 100 уже прошел. Уже обратно иду нахрен. Так. Здесь нигде нет такого-то. Нигде. Давай сюда, сюда. О, уже трудно. Но поверьте, оно того стоит. Итак. Смогу перепрыгнуть. Толкать. Тихо, 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 не спали. Не надо.
Вот так. Хоп. Как я ловко перепрыгнул, да? Все сюда. Хрен, я там что-то врагу оставлю. Потом понадобится и нету. Ну как понадобится? Уже понадобилось. Иди сюда. Сюда. Пусть я лучше провозёкаюсь, чем недовозёкаюсь. Отпускай. Давай. Тащи. Еще немножечко. Вот сюда. Вот так. Толкай. Вперед. Третью. Давай. Еще немножечко. Толкай. С пердячим паром. Все. Так. Ну одну-то с какой легкостью я ворочу-то. Так. Фу. Кто тут есть? Взял аптечку. Давай сюда. Да нет, отпусти ее. Вот. Давай сюда. И тащи. Да. Я думаю, что тебе патронов жалко, особенно если не бесконечно. Ну все. Тащи. Второй. Да нет. Тащи. Вниз. Да стой ты, блин, я тебя так разворачиваю, ты так разворачиваешься. Ну толкай. Ага, это бесполезно. Понятно. Идем. Контрольная точка. Ой! Подождите. Так. Фу. О, цифра 3. Давайте на нее нажмем. Так. А цифра 4 есть с другой стороны? О, что-то открылось, подождите. На, вот оно что. А я думал, я огонь потушил. Так, пока меня не было. Лифт поставили, молодцы. Да блин! Орёшь еще.
Все нормально же было. На. Это что за оно? Понятно. Так. Фу. Ну что ты там, дашь мне аптечку-то? Вот так вот, хрен, что дождешься. Ой, а у меня еще и оружия-то нету. Какая прелесть. Возьмем тогда вот это. И... Да, чё ты, блин, стонешься так? Как будто я с тобой что-то непотребное делаю. На. Так. Вот так. Фу. Чуть опять не упал. Ой. Спокойно, спокойно. А тут ноль. Так. У меня что, аптечка есть? Есть, так. На. Вот такой вот я боевик. Так, сохранить. А то чувствую, у меня развязка-то близко. И хрен его знает, что будет. Бум. На. Вот так. А ты-то думал? А здесь-то оказалось, да? Ну ладно, чё ж. Пойдем посмотрим. Сверху на меня ничего не посыпется. Все? Опять не все. Что происходит? Я вас сейчас спасу. Не беспокойся. Ойся ты, ойся. Ты не беспокойся. Я тебя не трону. Чего вы так расслабились-то? Здорово, парни. Да здоровенки, блин. Как? Они ведь не сбежали с вашими кредитками? Добрый день, Валя. Алистер. Я в порядке. В полном порядке. Просто это не то, к чему я привык. Тогда пошли домой. Пойдем. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока.